Я счастлив возможностью дирижировать оперой Беллини «Пират». К сожалению, она нечастый гость на наших российских оперных сценах. И тем более я восхищен творческой смелостью основателя театра «Новая опера» Евгения Владимировича Колобова, который спустя более 150 лет поставил этот итальянский шедевр. Последний раз до него она исполнялась в 1837 году на подмостках Большого театра. И он оценил всю значимость этой, пожалуй, даже не оперы, а уже музыкальной драмы и ее влияние на романтическую европейскую оперу и русскую оперу конца XIX века. Беллини создал модель новой бельканто-драмы, в которой, как кристалл, сформировал треугольник главных персонажей, главных героев, вокруг которых происходит вся драматургия спектакля. Это романтический, невероятно неистовый, благородный разбойник, ну, в данном случае это пират, тенор. У нас в спектакле это будет блистательный, не нуждающийся в представлении Дмитрий Корчак, певец с невероятно богатым опытом такого репертуара. Следующий герой, блестящий в своей мстительности Эрнесто, баритон. У нас это будет великолепный певец Павел Янковский. И, пожалуй, главный персонаж оперы – страдающая, обреченная Имаджене. Образ, созданный либреттистом и композитором, пожалуй, впервые. Образ, который не принимает роковую реальность в сравнении с собственным идеальным миром. И в конце героиня теряет рассудок. Потом этот образ трогательный, вызывающий сочувствие и слезы, есть и в других операх. Это и Анна Болейн, и Лючия Доницетти, и в какой-то степени Виолетта из Травиаты Верди. И, конечно, то, что оценил великий Джоаккино Россини, после просмотра «Пирата», обращаясь к Беллини, он сказал: «Молодой человек, то, чем вы начинаете, имея в виду сочинение музыки, многие заканчивают». Безусловно, он имел и неимоверное количество блистательных, трогательных, неимоверно красивых мелодий Винченцо Беллини. Давайте наслаждаться вместе.